Приветствую вас на канале School Culinary. Сегодня мы готовим простой суп с белокочанной и цветной капустой. Этот простой суп со свежей капустой и белокочанной с добавлением цветной капусты, можно свежей, можно замороженной, очень похож по своему вкусу и содержанию на самый простой постный суп из цветной капусты. Он тоже постный и также готовится очень легко, разве что придется порезать свежую капусту и натереть морковь. Рецепт первый. 250-300 грамм свежей белокочанной капусты нам понадобится. Также 200 грамм цветной капусты, можно свежей, можно замороженной. Одна небольшая морковь, одна небольшая луковица, одна небольшая картофелина. 2-3 зубчика чеснока, 1-2 душистых перчика горошком, 1 чайная ложка сушеных корней сельдерея и или петрушки, 4-5 горошин черного перца, 1 лавровый листик зелень. Зелень лучше брать свежую, укроп, петрушку, кинзу, базилик, но если свежих нет, то подойдут и сушеные. Общее количество сушеной зелени не должно быть больше 2 чайных ложек. Соль по вкусу, масло для пассирования овощей, предпочтительно топленое сливочное, но можно взять и подсолнечное. Количество ингредиентов указано приблизительно на 1,5 литра супа. Морковь потереть на некрупной терке, лук мелко порезать, разогреть на сковороде масло и выложить в него лук, пассировать в течение 5 минут, а затем добавить морковь и еще жарить минут 5. Капусту мелко порезать, картошку порезать небольшими кубиками. В кастрюлю налить воды и положить в нее капусту. Поставить на огонь. Когда капуста будет наполовину готова, положить в кастрюлю цветную капусту, картофель и пассированный лук с морковью. Если цветная капуста свежая, то ее можно положить сразу с белокочанной. Также добавить корешки, петрушки и сельдерея, душистый и обычный перец, лавровый лист. Варить до готовности овощей. Готовность определяется исключительно по вкусу, так как кто-то любит с сыринкой, а кто-то предпочитает хорошо проваренное. Чеснок мелко порезать. Когда овощи будут готовы, добавить в суп измельченный чеснок, зелень, соль по вкусу. Дать капустному супу еще раз вскипеть и снять с огня. Теоретически простой суп со свежей капустой готов. Рецепт, однако, требует того, чтобы суп еще постоял, а не был подан с пылу с жару. Для любых капустных блюд подача горячими, не выстоявшимися, не является предпочтительным вариантом. Рецепт второй. Суп из свежей капусты. В вашем меню не хватает легкого диетического первого блюда, тогда берите на заметку этот рецепт. Всего 15 минут и на вашем столе готовый овощной супчик. Классная идея для взрослых и детей. Итак, ингредиенты. 150 грамм капусты, морковка 1, сладкий перец 1 и соль, специи по вкусу. Готовим все необходимые овощи, в кастрюльку вливаем воду, добавляем специи и отправляем на огонь. Капусту нашинкуйте, очистите и натрите на терке морковь. Измельчите сладкий перец. В кипящую воду выложите морковь, следом перец и капусту. После повторного закипания посолите и варите минут 7-10 до мягкости овощей. Подавайте супчик к столу сразу, по желанию дополнив зеленью.